А ну рассказывай, что было? Нет, вот один раз. Это плиточка, что было? Перепрошел. Где она пошла? Вот, немножечко пропил начинается, и каждая плита, вот их три плиты ушатали. Вот так начинает пропиливать, и вот так она трескается. Это трещина. Да, и когда, ну, после того, как дало трещину, говорит, ты ее дальше можешь резать. Вот мы сейчас хотим на этом станке ее попробовать. Но в данной ситуации плитка укладывалась по диагонали, ее надо было резать также по диагонали. А сейчас как разрезать? Но сейчас мы поэкспериментируем, ну, разными вариантами. Давайте по диагонали попробуем, станок новый, станок говорят хороший. Попробуем длину обрезать и по диагонали. Плитка 90 на 90. Потому что станок
Просто недорого. Yeah.